Население, и к часам доступа больше не имеет, смысла нахождения часов на этой башне тоже больше нет. И вот на 100 лет переместили на склад. Здесь часы простояли порядка 30 лет, пока в 1690-х годах не заказали новый часовой механизм из Стокгольма. Прекраснейший четырехсторонний механизм, часы были видны со всех четырех сторон. Провисели они довольно большой промежуток времени, а я чуть никуда не подтянуться. Сейчас же мы можем увидеть от них следы. Вот в этой части остались металлические скобы, они описывают квадрат, который как раз-таки держали в свое время циферблат. Купол классический, шатрообразный, с этим ничего странного нет, шпиль довольно высокий и флюгель в виде петуха. Несмотря на то, что страны Прибалтики все христиане, да, православные, католики, лютеране, францисканцы, доминиканцы, вот это вот все, вроде верим в этого бога, но с некоторыми нюансами, а языческие корни все еще остались. Как раз-таки петух, флюгель в виде петуха, это одна из таких частей, да. А люди верят, что петух — это околосвященное животное, которое живет на стыке двух вещей. Собственно, день-ночь, жизнь и смерть. Что с криком петуха происходит зарождение нового дня, а значит, что ночь высшие силы нас защитили, а днем мы должны справляться уже сами. А церковь, естественно, говорила, что это еретичество, от этого надо отказываться, но как бы, а вот она не там, никуда это не делось. Да и заставить людей залезть на шпиль башни и снять все это дело не то чтобы сильно просто. Такой вид у башни сохраняется до 1710 года, пока сюда не приходят, собственно, войска Петра I. Сам-то Петр здесь набегами был дважды, 1706-1710 год. И как раз-таки перед тем, как он сам сюда пришел в 710 году, он посылает сюда Федора Матвеевича Апраксина. Осада города продолжалась порядка 2,5 месяцев, плюс еще потом 8 дней массового артобстрела. И если мы после вот этого обстрела выглянем в окно, вокруг башни, мы увидим, что на набережной никаких жилых домов не существует. Их просто все стерли. Собор Святой Марии, Святого Олафа был тоже практически полностью разрушен, от него там остались кусочки стен. Пострадала даже круглая башня, у нее кусок стены вырвало. Есть упоминание о том, что после военных действий круглую башню восстанавливают. Здесь вы хотите, чтобы восстановили в первую очередь. И когда Петр получает этот список, он очень сильно удивился, что там нет собора на восстановление. Люди очень просто это объяснили, потому что они не смогли идентифицировать то, что осталось, как собор, там куски стен какие-то валялись. Петр приказывает его восстановить, после его ремонта он приказывает его осветить. Теперь это называется храм Христа Спасителя, православная церковь. Эту башню забирают у города, отпиливают кусок шпиля, то, что осталось, и ставят классический православный крест. Теперь это звонится православной церкви. 1750-е года у нас заканчивается строительство Айнских укреплений, которые находятся за замком. Да. В городе городской пожар. Еще один. Башня выгорает полностью. Из 10 колоколов выжил только один набатный колокол большой. Часовой механизм, можно сказать, что остался старый, но по процентовке тогда говорили, что заменили порядка 80% запчастей. Практически полностью новый. А сама же Анна Иоанновна сюда приезжает в 1753 году, видит, что часть домов все еще находится в развалинах, сгоревшие. И после приемки оборонительных сооружений она приказывает Выборгской таможне выделить все налоги, собранные за год, на восстановление оставшихся домов, безвозмездно, без возвращения в казну. Часть средств, естественно, пускается на восстановление башни. У нас ставится новый купол, классическая оборочная форма, такая, в виде шлема. Так как колокол у нас теперь один, больше не привязан к своим собратьям, его можно разместить где угодно. Поэтому размещают на самой-самой верхушке башни, даже выше, чем все стены. Собственно, собор Святой Марии Святого Олафа переходит в городу. Город его использовал несколько лет как склад, потом отдают католикам, у католиков отжали военный протестант. Да. Ну, нелегко у нас церковникам приходится в городе. Сложно у них все с этим делом. Православные же строят себе Спасо-Преображенский собор. Уже вот как это принято с архитектурой именно православных церквей, потому что там же все-таки архитектура католическая. Но есть одно но. Они к своему собору не пристраивают звонницу. В проекте не было изначально. В итоге часовая башня еще 10 лет — это звонница Спасо-Преображенского собора, который находится в 600 метрах от нас. Наверное, очень удобно было звонить здесь и приходить вот туда. В 1790-х годах Спасо-Преображенского собора все-таки пристраивают звонницу. Церковь отказывает от этого строения в пользу города. Город его собирает себе, нарекает сторожевой башней. Здесь все так же работает смотритель, ходит туда-сюда. И через 2,5 года еще один городской пожар. Выгорает порядка 70% домов. Пожар тогда был очень ужасный, город очень сильно пострадал. И буквально через полгода, через Выборг приезжает Екатерина II. Она держала на путь в Финляндию. Собственно, об этом мы поговорим чуть повыше. Да, ну закрыто, ну что ж ты долбишься? Скорее всего, дети. А здесь
мы видим обмерные чертежи 1932 года, но на дату мы не смотрим, потому что внутренние перекрытия, которые здесь есть и были сделаны в 1996 году, это одни и те же, на которых мы даже сейчас стоим. Собственно, лестница, по которой мы поднимаемся, 225 лет. Короб примерно 1799-1800 года. Первая дата на нем написана 1804 год. Собственно, когда сюда Екатерина приезжает, у башни уже выстраивается новая восьмигранная часть, автор Иоганн Брокман, это как раз таки автор собора Петра и Павла, который около Спаса Преображенского находится в католической церкви. Да. А она, собственно, разговаривает с автором проекта и спрашивает, у нее очень интересует, во что будет звонить башня. Говорит, что мы пока даже до той части не добрались, поэтому мы даже не думали, что мы туда повесим. Еще там был какой-то диалог, который не раскрывается ни той стороной. И, собственно, Екатерина дальше уходит в администрацию города, разговаривает с городской администрацией, и в итоге городу выделяется кредит с суммой 50 тысяч рублей сроком на 120 лет. Собственно, довольно большая сумма на большой промежуток времени. Город его погасил за 55 лет. И после того, как башня была выстроена полностью, примерно в 95-96 году, сюда приезжает небольшая посылочка весом 61 фунт. В переводе в килограммы, 999 килограмм, 222 грамма. Приехал колокол, который был подарен в Выборгу безвозмездно Екатериной. Она из своих собственных средств приказала отлить колокол.